Физкульт, привет! Только-только получил форму новую от Миклин. Сам еще не видел. Сейчас, ребята, мы с вами вместе посмотрим. Новая экипировка. Щитки, блин, с ловушкой. Щитки, как я понял, модель такая еще не поступила в продажу даже. Но мы уже заказали. О, обалдеть! Настолько легкие щитки, что даже не ожидал. Цвета моей команды, фамилия, все как положено. Сейчас я просто вам покажу быстренько и сделаю потом отдельный обзор вообще, отдельно по щиткам. Отдельно по блину с ловушкой. Вот они, блин с ловушкой. Все облегченное. Очень интересно. В общем, все это вместе весит 8 килограмм 300 грамм. По отдельности потом все вам расскажу более подробно. В ближайшее время уже будет игра. Вот так все это выглядит. Пока скажу, что очень облегченные по сравнению с теми, в которыми я играл, модель Resistance. Не знаю насколько, но по первым ощущениям такое чувство, что здесь два щитка весят, как там один. Блин с ловушкой тоже легкие. Новый совершенно какой-то материал, качественный, настолько гладкий. Ловушка тоже очень интересная. Потом я сделаю, ребята, вам все. Обзор полный. Очень интересные крепления у щитков. Ножные. Подколенная лямка. Может идти под коленку, либо вот сюда на голеностоп. В общем, ждите полного обзора. Можете задавать интересующие вас вопросы именно по этой экипировке. Увидимся в тренажерном зале и на льду. Всем пока!